А сегодня у нас ужин с выпускниками университета Цинхуан в таком вот интересном традиционном ресторанчике. Я так понимаю, что он заточен, по крайней мере, вот третий этаж на приемы всяких делегаций. Здесь вот с такими широкими дверями есть разные залы, в частности наш. Вот на столике указана рассадка по группам, кто за каким столиком. Вот там вот, собственно, не мы отдыхаем. А здесь вот рассаживаемся и отдыхаем сегодня мы. Очень симпатичное заведение. На самом деле, посмотрим, насколько понятной и вкусной кухни нас сегодня будут кормить. А едим мы сегодня на самом деле целый день.